Намасте и добро пожаловать в Индию. Привет всем, меня зовут Саша, и я рада приветствовать вас на моем новом канале. Знаете, я всегда любила приключения, и моя жизнь никогда не была скучной. А прямо сейчас я нахожусь в поистине невероятном месте, в предгорьях Гималаев, в штате Уттаракханд на севере Индии. Здесь, посреди величественных гор и потрясающих пейзажей, я чувствую себя абсолютно счастливой. Но путь, который привел меня сюда, был полон неожиданных поворотов. До переезда в Индию я жила в России и занималась самыми разными интересными вещами. Например, с детства моими лучшими друзьями были лошади. Я расставалась с ними только когда нужно было идти в школу или спать. Когда я выросла, я стала тренировать лошадей и работала тренером по верховой езде. Кроме того, больше 7 лет я проработала на радио. Это была работа моей мечты и невероятно интересный опыт. Но жизнь решила преподнести мне еще один удивительный поворот. Я познакомилась с моим замечательным мужем, и это знакомство привело меня в эту удивительную страну. Сначала переезд казался мне немного пугающим. Новая культура, другой язык, совершенно иной ритм жизни. И правда, первое время было очень непросто. Язык, традиции, какие-то непонятные семейные обычаи. Все это было для меня новым и непривычным. Но, знаете, именно благодаря этим трудностям я начала по-настоящему ценить красоту индийской культуры. Каждый день я узнаю что-то новое об этой стране, ее богатой истории и традициях. Я научилась готовить вкуснейшие индийские блюда, научилась одеваться по здешней погоде, а также преодолела языковой барьер и даже приобрела пару новых профессий. Например, хотя я начала учить хинди задолго до переезда, но только находясь в Индии, я стала преподавать хинди, потому что, пользуясь этим языком каждый день, я приобрела уверенность. Именно поэтому я и решила создать этот канал. Я хочу поделиться с вами своим уникальным опытом жизни в Индии. Вместе мы отправимся в путешествие по невероятным уголкам этой страны. Мы увидим величественные горы Гималаев, белоснежные пляжи Гоа, бескрайние пустыни Раджастана и многое-многое другое. Мы познакомимся с гостеприимными местными жителями, узнаем об их традициях и культуре, попробуем вкуснейшую индийскую кухню и погрузимся в атмосферу этой неповторимой страны. Конечно, на этом пути нас ждут не только открытия и восхищения, но и забавные ситуации, а может быть даже небольшие культурные шоки. Но я обещаю, скучно не будет. Присоединяйтесь ко мне в этом увлекательном путешествии по Индии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Я буду рада ответить на ваши вопросы и вместе с вами открыть для себя всю прелесть этой страны.